Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок. Сегодня в видео мы поговорим о том, как бесплатно можно получить донатные вещи, тачки и так далее. То есть, как бесплатно вообще заработать Majestic коины. Но перед началом ролика, если вы хотите также со мной играть на Majestic, то вводите при регистрации мой промокод HAMON, который даст вам платину VIP и 20 тысяч при достижении 3-го левела. Ну а я вам желаю приятного просмотра, всем желаю приятного аппетита, кто кушает, а мы погнали к ролику. Итак, первый способ у нас получается — это рулетка в казино. Заходим в казино, крутим рулетку, рулетка доступна с 3-го уровня. При прокрутке этого колеса вы с возможностью можете выиграть Majestic коины в любом количестве, от большого до маленького. Это рандомный способ, да, тут зависит все от вашей удачи, но все же этот способ присутствует. Ну а мы погнали ко второму способу. Так, ну а второй способ у нас получается, это самый легкий способ, это просто отыграть 5 часов на сервере, и за это вы получаете 200 Majestic коинов. В новогодние праздники было по 1000 Majestic коинов. Я думаю, такие акции еще будут в дальнейшем, на всякие весенние, летние праздники и так далее. Поэтому ждите, и возможно у вас будет залутать их в 3 раза больше, чем обычно. Ну а мы переходим к третьему способу. Ну а третий способ получается, заходим в F2, розыгрыш 2023, нажимаем кнопку участвовать в розыгрыше, и вы автоматом становитесь. Надо отыграть 50 часов, за это вы можете рандомно выиграть 20 тысяч Majestic коинов, 5 тысяч, 10 тысяч, либо платину VIP. Либо тачки там, даже видюхи, телефоны и даже комп можно выиграть. Я не мог пропустить этот, получается, метод, потому что это хоть и рандомный и временный, но все же вы еще можете его выиграть. Продлится он, получается, у нас до 25 января и уже будут итоги, поэтому участвуйте, пока есть время. Ну а тем временем мы переходим к четвертому способу. Четвертый способ у нас — это награда за уровень. Сейчас у вас вылезет табличка. Табличка это сделал всем известный ютубер Садовский. Поэтому смотрите, за 5 уровень вы получаете 500 Majestic коинов, за 10 уровень получаете 1000 Majestic коинов, за 15 2000, за 20 3, за 25 4 и 30 5000. Ну и последующие уровни вы уже получаете по 3000 Majestic коинов. Где вы такое еще видели на крупных проектах? Нигде, думаю. Ну а мы переходим уже к следующему этапу, а точнее способу получения Majestic коинов. Ну а на подходе у нас 5-й способ — это мировые квесты. Подходим к знаку вопросу, подходим к боту, нажимаем «Покажите задание», и он вам показывает задание. В данный момент у нас получается доставка зеленых бумажек, это инкассация. Вам нужно выполнить 75 заказов, за это вы получаете 150 Majestic коинов. Также есть мировое задание, это когда все игроки выполняют. При достижении всего этого задания вы получаете 250 Majestic коинов плюсом. И также, если вы попадаете в топ-5, вы получаете какой-то процент бонуса. Если топ-1, то 50, топ-2, то 40 и так далее. Это именно мировые квесты, они обновляются каждую неделю при выполнении заказа и так далее. Есть там и дальнобой, и почтальон, и на всякие разные работы такие задания. Ну а мы переходим к следующему способу получения Majestic коинов. Ну и последний способ — это рандомные способы. Смотрите, первый способ — это получается в F2 есть у вас мини-игры. Это как раши, там всякие рулетки и так далее. Это как казино, рандом. Я вам это не советовал бы на это играть. Это игры чисто на Majestic. Ну и лучше не играйте, все равно все проиграете. Второй способ — это участвовать в розыгрыше ютуберов. Они каждое видео разыгрывают там по 2-3 тысячи Majestic коинов, и с большой вероятностью вы можете выиграть такие именно призы. Ну и третий способ — это сезонный пропуск, на данный момент зимний пропуск, который вы можете участвовать. При достижении определенного левела вы можете, получается, получить Majestic коины. Ну а на этой ноте я буду заканчивать свое видео. Пишите в комментариях, помог ли вам, не помог ли вам, может что-то я вообще не дорассказал, может что-то я пропустил, тех, кто уже играет давно на этом сервере. Ну и ставим лайки, дизлайки, там, не знаю, на ваш вкус, ну и подписываемся на канал, давайте поможем мне проявить активность, чтобы я смог для вас также разыгрывать эти Majestic коины. Ну а я со всеми прощаюсь.